Вот больше всего симпатии вызвала прививочная тема. Да. Но она очень колоритная, да, я сказала бы, работа насыщенная, да. Такая динамичная работа, очень хорошая. И злободневная, что характерно. Да. Показать работу врачей предложили детям. Судейство районного конкурса выставки «Медицина глазами детей» состоялось в Доме детского творчества на реке Сестре в Сестрорецке. Когда смотришь на эти замечательные рисунки и на эти замечательные поделки, ну вот очень позитивные ощущения возникают. Да? То есть по-новому как-то чуть-чуть смотришь на свою профессию. Вот. И в этот раз, если в прошлый раз аналогичный конкурс был посвящен коронавирусной инфекции, то здесь уже вот больше такой общий взгляд на медицину, на тех врачей, врачей тех специальностей, с которыми сталкиваются ребята. И вот этот взгляд как бы со стороны маленьких и не очень уже маленьких пациентов, он всегда очень интересен. И нам позволяет немножко, может быть, по-другому даже и взглянуть на себя со стороны. Работа врачей, скорой помощи, а также тема прививок глазами детей. На выставке для компетентного жюри было представлено 75 работ в двух номинациях – изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Множество работ было предоставлено Дому детского творчества из детских садов курортного района. Жюри очень серьезно подходило к отбору каждой картины в разных возрастных категориях. В ходе непростого выбора участники коллегии отобрали лучшие работы. Оценили тоже первым местом, это «Севец лирика», «Милосердие» и «Надежда». Ну, тут, мне кажется, комментировать нечего, поэтому вот смотрите сами. Замечательные работы. Мы сейчас вместе с представительным жюри определили призеров. Эти работы будут затем представлены на выставке в поликлинике. Наши уже взрослые пациенты и другие детские пациенты смогут с ними познакомиться, посмотреть, оценить, вот, и тоже получить те положительные эмоции, тот позитив, который получили сегодня мы. Это уже третья выставка, которую проводит Дом детского творчества на реке Сестре совместно с больницей номер 40. Отобранные картины будут представлены на выставке в 68-й поликлинике, а затем и в Зеленогорске. Так что посетители медицинских учреждений смогут сами с ними познакомиться и оценить.